Всем привет, вы на канале Игротека. Привет, сегодня мы получили огромную посылку из Южной Кореи с игрушками. Шла она к нам не очень долго, кстати говоря, всего лишь 6 дней. Сейчас мы ее откроем и посмотрим, что там за игрушки интересные, да? Давай быстрее открывай. Хорошо, вот он нож. И я сейчас ее быстренько открою. И еще интересно, кто первый вылезет. Какая первая игрушка? Да. Может, да. Чистый. Сейчас посмотрим, что там у нас. Так, почти открыл. Опа! Ага. Ну что думаешь, первая будет? Тут пленки всякие. Смотри, твои любимые пленочки. Щелкать. И первая у нас. Ого! О, паук! Смотри, кто это такой? Паук! Это Микар. Микар паук! Это трансформер такой, да, туда заезжает. Машинка, где вверх, где низ? Так, я ее неправильно держу, да? А, вот, вообще там окошечко есть. То есть это такой трансформер. Грузовик или что это? Да, грузовик, туда заезжает машинка, он превращается в паука. Ага. И мы тоже заказали машину. Не знаю, сейчас посмотрим, проверим. Так, держи первую коробку. Огромная. Большая коробка. Следующая у нас. О, смотри, еще пленка. Следующая у нас. Я не могу даже достать. Они очень большие все. Погоди. Давай мы ее вот так вот все-таки перевернем. Потому что коробки очень большие. Смотри, кто это? Кто это? Карбот. Карбот. И причем тоже очень большой. Он у нас состоит из двух. Да, из двух машинок. А потом, я так понимаю, можно сделать из четырех еще одного большого робота. Вот такого. Но здесь два, да? То есть какой-то грузовичок и джип оранжевый. А где голова его? Ну, голова, наверное, спряталась. Где-то там. Так, это вторая коробка. Давай мы ее сюда поставим. Следующая, что там будет? Интересный. Вау! Это смотри. Второй! Второй карбот, да. А это у нас карбот какой? Синий и... И зеленый трактор. А вот это что за машина такая? Покажи мне. Вот он. То есть из этих двух коробок потом соберется один огромный карбот. Вау! Они каждый сами по себе могут быть, а можно собрать одного из четырех. Классно? Классно. Так, следующая что у нас? Ого-го! Ого-го! Это огромный карбот! Это кто такой? Карбот! Это вообще гигантская коробка. Тут сразу 4 машины, что ли? Да. Вертолет, пожарная, скорая и какая-то желтая еще машина, ага? Он даже больше тех, которые мы снимали. Я? Автобус и полицейская, и пожарная, и скорая. Вот такой он большой получится, вот здесь на картинке есть. Очень большой. Клевенький. Еще держи. Больше может будет. Еще больше? Да, ну да. Нет, больше, куда больше этого. Этот с тебя ростом почти. Так, что у нас еще? Это что такое? Это тобот-часы. Какой тобот? Это не тобот. Это... Часы. Часы в очках. Нет. А что это такое? Тоботы. А, это тоботы, часы, точно. Это ключ тоботов, что ли? Да. Что это? Я даже не помню, что мы такое заказывали. Вот он классненький. Смарт-ключ. Смарт-ключ от Игрика. Ага? Да. Держи. Так, следующее что? Какой-то. А это что такое? Ой, это машинка. А это для Микарда машинка. Смотри, она какая-то вся переливается, красная. Да. Она у нас превращается в птицу. Нет, она не в птицу превращается. Я думал, что она одна и превращается вот в эту. А здесь их, видишь, две и карточки. Ага. Да, это просто этот дракон запускается. Машинка трансформируется в запускалочную штучку, а дракон улетает. Понятно. Дракон, на самом деле, я так понимаю, в этой машинке как-то туда заряжается. Потом из Микарда выезжает, и дракон выскакивает.
Держи. Лёва, еще что? Еще у нас... Watchcar. Вот, вот, да. Лига Watchcar. Эта машинка у нас кто? Блювил? Да, есть такая. Она, это браслет на руку. То есть туда прикрепляется браслет на руку, ставится машинка и вот так запускается. Даже монета силы. Монетка силы 300. Держи. И еще очень... одна коробочка. Еще одна коробочка. Еще один Watchcar. Ага. Да. Красный. Ну это тебе, одну мне. Ты будешь на синем гонять, запускать синего, а я буду запускать красного. Ага, у нас будет два браслета, и кто вперед проедет. А у этого монетка есть? Тоже есть, 300 монетка. Сил. И у меня 300. Все? Вроде бы все. Да, больше ничего нет, есть вот такие мешки еще. Хлопать, да? Оу! Ну, вообще классно. Особенно мне понравился вот этот. Очень большая коробка. А мне помогались часы. Ну, часы, да. Нам двоим по часам. И мне вот эти тоже понравились. А я даже этого не помню, если честно, что мы заказывали. Я сам не знаю, что мы этого заказывали. Это, наверное, нам подарок прислали. Да. Скорее всего, да. Клевые? Клевые трансформеры. Всем пока! Всем пока, подписывайтесь на наш канал, чтобы увидеть все эти игрушки, оставляйте комментарии, ставьте лайки. Пока!